картину, автор которой Татьяна Черных, под названием «Стекло шестое», форматом 50 на 70 хозмасла, исполненное в 2020 году. Мы покажем на нашем очередном аукционе февральский 22, 18 февраля, в пятницу, началом в 7 часов вечера. Всегда удивляют и завораживают стеклянные предметы. На натюрморте автор обращает внимание на то, как закатное солнце играет на разного цвета стеклянных бутылках, какие цветные рефлексы появляются на них. Абсолютно разные формы, разные цвета, и вот эти блики, а на дальнем фоне город, наш город, бутылки и город. Вот эта картина. Эта картина, вот она, так выглядит она. Все подписано, все хорошо, все как надо.